дежурную часть Лунецкого РОВД поступило сообщение от неравнодушного гражданина, что вблизи дома 197 по улице Красной за рулем автомобиля «Opel», возможно, находится нетрезвая женщина. На вызов оперативно выбыли сотрудники ГАИ. Спустя считанные минуты водитель была задержана. Как выяснилось, за рулем находилась 34-летняя местная жительница, по внешним признакам находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, которая перевозила двух малолетних детей 4 и 6 лет. В ходе разбирательств было установлено, что при попытке выезда со двора женщина совершила наезд на два заборных ограждения. Водитель пояснила, что на автомобиле хотела поехать выбросить мусор. Благодаря оперативному реагированию сотрудников ГАИ, женщине не удалось выехать на дорогу с интенсивным движением. В результате автомобиль помещен на охраняемую стоянку. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Ввиду невозможности проведения медицинского свидетельствования в связи с состоянием женщины, водителя взята кровь на анализ. Купили бутылочку шампанского, да? А вот купили? Нет. Нет? Только шампанское? Водители, помните, что даже капля алкоголя и руль несовместимы. Вы можете оказаться не только жертвой, но и виновником трагедии, смерти невинных людей, даже собственных детей.